Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Warhammer Total War. Пока что мы продолжаем наше довольно успешное победное шествие на гномов, которых мы практически уже истребили. Вот, сейчас нам нужно восполнить потери вот в этих отрядах, чтобы мы не потеряли никакие войска тут. Вот, и пойдем уже в скором времени, я думаю, на империю. Сейчас нам нужно вот это поселение разграбить, разорить. Еще мы, конечно, долго будем туда идти. Кучу войск потеряем. Но я надеюсь, что тут, да, тут довольно слабые гарнизоны, и я думаю, мы справимся. Также продолжаем творить бесчинство с армиями людишек, вот этими, которые тут стоят, кучкуются всяческими возможными способами. Пытаемся их изничтожить. Это как-то слабенько. 34%. Who shall we destroy? Так, давайте посмотрим, что в этой армии есть. Кого здесь можно убить? Никого. Darkness тоже никого comes. Там нема. Ты кого-то можешь. Напасть на отряд, заказное убийство 32%. Давайте попробуем. Неудача, к сожалению. А ты пока тогда... О, 13% нет. На 13% деньги тратить я не хочу почему-то. Так, идем оставшимися отрядами тоже сюда. Мы сейчас их хорошенечко здесь про это помучаем. Вот. Ну и, собственно, на этом, я думаю, можно ход заканчивать. Вроде строить нам особо нечего, хотя есть чего улучшить. Нам предлагают, чтобы мы лучше больше скверны распространяли. Скверна корком не распространяется никоим образом сюда. У них здесь укрепленные хорошие по максимуму поселения. И, в принципе, нам она здесь не нужна, поэтому мы не будем ее пока строить, не будем тратить на нее деньги. А дальше, в принципе, это поселение улучшать вполне можно. Так, здесь тоже скверну пока не будем распространять, и здесь тоже особо строить нечего. Ну и ладно, не принципиально. Хорошо, заканчиваем ход. О, я совсем забыл. А, они заняли уже это поселение. Блин, надо уходить, 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 уходить. Я на их границах. Я совсем забыл про этот отряд. Блин, ну что ж такое. Нет, 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 нет. Это печально. Так, у них там еще один отряд появился, по-моему. Не к добру это. Сейчас пойдут на нас, наверное, штурмом. Так. Тут все как обычно. Мы все как обычно отклоняем. Так, хорошо. Уходим. Уходи, как хочешь, так и уходи. Давай, маршем отсюда на наши земли. Возвращайся. Пойдем к гномам, может быть, с тобой вместе, да, на пару? Во, пойдем, да, вместе на пару с тобой. Тоже долго идти, конечно, будет. Но что поделать. Так, на разведочку вампиршу отправим. Посмотрим, что там. Так. Ой, не туда. Я хотел сюда. Да, еще больше восполнения отрядов. Давайте, может быть, так, так тоже. Еще быстрее отряды будут восполняться. Хорошо. У нас где-то здесь агентик есть, которого тоже можно увести. Отлично. И плюс еще убиваем. Полный успех. А это значит, что мы уровень подняли. Наблюдение. Давайте распространение скверны будем повышать. Понятно зачем, но будем. Так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, пошла одна, конечно. Хитрый план был очень такой. Так. Здесь общественный порядок очень высокий, потому что высокая скверна. Здесь скверна не так много. В принципе, можно эти поселения даже занимать потихонечку, я думаю. Нам для победы нужно занять 20 поселений. 20 этих
полных регионов, полных провинций. Не знаю, как долго мы это будем делать и как на это орки посмотрят, да, увидев у нас, наверное, невероятную угрозу. Вон, отношения уже ухудшаются, потому что я границы перешел у них. Вот, блин. Ладно, может быть, сейчас... Ну, это, в принципе, со временем пропадет, спадет это ухудшение, но все-таки обидно. Так, ладно, вроде бы все, мы тут ничего... А, да, можно же попробовать еще что-нибудь с армией сделать. Блин. Они или подвели, я даже не понял, или армию вот эту, или что-то... Ну, построить они так быстро не могли бы, наверное, ее. Давай, деморализация, неудача. Дальше. Нападение на отряд, 10%. Давай, нападай на отряд, тоже неудача. Где наша банша? Банша идет... разбираться. Вот это да. Гнома 30%. Жахнуть только. Ну попробуем. Неудача. Надо вот этого убрать, потому что он здесь совсем плохие вещи делает и понижает шансы на удачные эти. Так, удачные покушения наши. Так, все. Эти ребята отдыхают пока что. Заканчиваем ход. Сейчас восстановим потери и пойдем дальше штурмовать. Ну, гномов мы сейчас доштурмуем, я думаю. Хотя, кстати, смотрите, они там уже армию подняли себе. Минус один. Гадский вампир. Ну хорошо, что нам заново их не нужно нанимать, они просто воскрешаются там. Не знаю, вроде мне ребята писали в комментах, что они какое-то количество раз всего лишь воскрешаются, а не постоянно. И это меня немножечко беспокоит, конечно, но в целом пофиг. Ну, во всяком случае, на вампиров. Вот банши, если убьют, будет очень обидно, вот эту самую прокачанную нашу. Ее будет действительно жалко. Да, мы что-то тут не выполнили. Ерунда. Так. Давай. Отлично, молодец. Блин, стенки здесь появились неожиданно. Ну ладно, что мы поставим, будем штурмовать потихонечку. Нам главное разрушить это поселение. Может быть, орки сами сюда пойдут и что-нибудь тут наделают. Нам главное, ну, в смысле, убьют того героя, например. Нам главное реально разрушить это поселение. Все остальное, это мелочи. Пойдем что-нибудь сделаем. Пакость какую-то. 24%. Попробуй. Не дойдет даже, да? Ну ладно, пойдем просто пока. Сюда посмотрим, что там творится. Так, банши. Этот ушел куда-то уже, да, походу? Давайте мы сейчас... Блокада... или не ушел, потому что шансы по-прежнему довольно низкие. Он, наверное, где-то, да, на всю провинцию распространяется. Он может быть где угодно. Ладно, банши, давай убей хотя бы этого. Тут он... бдительный чересчур. Слишком много... будет 36 38, блокаду давайте лучше уж заказное. Успех, хорошо, еще левелапчик. Как же ты любишь уровни поднимать. Так, нападение на отряд, заказное убийство. Неудача. Так. О, вот убийства, я понимаю, нормальные такие. Давайте мы сейчас лорда какого-нибудь... Оп. И жахнули.
Хорошо. Но с другой стороны, мне кажется, если я сейчас лордов поубиваю, они вместо этих лордов войска наймут какие-то, да? Он относительно прокачанный, и это мне не нравится. Но неважно. Нам сейчас главное восполнить потери и здесь выставить достойную блокаду, если вдруг они решат нас штурмовать. Такс. Куда-то сюда. Эй, надо было этого попробовать. 29. На 29% мне кажется, смысла нет никакого пробовать. Так, смотрим, что дальше. Давайте, может быть, тогда сейчас вот этого тоже будем сюда вести. Вроде здесь уже с порядком разобрались, все хорошо. Вампирчик у нас тут тоже. Вампирчик. Некромантик очередной готов. Я даже не знаю. Пойдем. Куда-то сюда. Так, вот здесь меня больше интересует поселение. Ну, еще придется ходик подождать. Хорошо. Как раз соберем войска, переправим на эту сторону и начнем разорять вот эти поселения. Не знаю, наверное, я их все-таки буду все же именно разрушать, может быть, или захватывать. В принципе, здесь пройти тяжело, и тут только вот этот перешеек. Ну и по воде можно проплыть, да, и через этот перешеек пешочком пройти. Поэтому можно, в принципе, этот замок укрепить в итоге и попробовать что-то как-то здесь организовать. Вот, ну посмотрим, может империя потом нанесет нам ответный удар здесь, и все мои планы накроются в итоге, но в любом случае, вроде я все сделал, столько всего говорю, бубню что-то себе под нос, и все уже забываю, что я делал, что не делал. Так, эти отступают, хорошо. Империя пока ничего вроде не делает. О, Бальтазар. Бальтазар идет. Я надеюсь, они все там и будут стоять сейчас. Потому что если они все вчетвером пойдут на нас, это будет очень больно. Очень больно. Я даже не знаю, как я там буду воевать с таким количеством армии. Так, заказное убийство, полная неудача. Хорошо. Лишились они своего героя. Так, здесь мы можем наступать. Хотя нет, мы подождем. Я наступать пока не буду. Я подожду подкрепление. Хотя, нет, орки подкреплением не станут, к сожалению. Ждем тут подкрепу, действительно. Так, Бальтазар. Бальтазарчик. На пакости. О, слишком малый шанс. Вот это да. Здесь все серьезно, я смотрю. 31%. Тебя убить вообще шансов нет никаких. Неудача. процентов. Такое чувство, что кто-то здесь собирает свои войска. Причем очень так серьезно. Так, а ну-ка. Успех. О, молодец. Хорошо. Успех. Хорошо. Еще одного убили, лордишку. Так. Он, конечно, мчится на всех парах к нам. Мне почему-то кажется, что действительно они сейчас пойдут в наступление. Ладно, тогда мы будем готовиться к этим наступлениям. Сейчас все наши отряды здесь соберем кучкой. Будем смотреть, что мы можем тут как-то противопоставить вот этим четверым.
Так, хорошо. Может быть, если мы пойдем ударим по ним с тылу, как-то это на них повлияет. Да опять ты идешь не туда, куда надо. Посмотрим. Оп, куда? Ядрен батон. Блин, тут же можно было сойти на берег, нужно было просто подплыть. Сейчас будем еще 10 ходов сюда выплывать. Вот, блин. Здесь нет стен, ладно, значит мы идем дальше. О, орки здесь высадились, хорошо. Нападение на гарнизон, ух ты. Надо было не ставить его, да? Повреждение. Ну, в принципе, можно что-нибудь повредить. Чисто, чтобы подкачать нашего некромантика. Так, окей. Ты тоже давай топай. Я не знаю, будем мы тут что захватывать или не будем, но посмотрим. В любом случае, топай. Так, хорошо. На этом ход заканчиваем. Посмотрим, что предпримет Империя. Я надеюсь, что они... Ой-ой-ой. Надеюсь, что они будут как орки, просто стоять толпой с вот этой вот всей и ничего не будут делать. Защищать границу все-таки как никогда, и пусть себе защищают свои границы. А мы пока с гномами разберемся, потом с тылу пойдем, может, до Бретонии доберемся. Тем отрядом. Но вряд ли там, конечно, еще получится им сделать, но... Как вариант... Заказное убийство было успешное. Так, подводим. Подводим и нападаем. Авторасчетом выигрываем. Ух ты, разоряем это поселение. Уж очень оно хорошее. Так, и... Не можем больше ничего сделать. Я бы сразу его еще и разрушил бы к чертям. Так, куда мы тебя качаем? Давай, наверное, пока так. Как-то. А орки сейчас пойдут и туда, и сюда. Но я надеюсь, что они захватят те поселения все. Они, блин, могут сейчас занять поселение это, да? И в итоге я окажусь опять у них на границах. То мне, конечно же, не нравится. Ну, может быть, они не смогут напасть, я надеюсь, на это поселение. Я его уже уничтожу, а это поселение уже оставлю оркам. Так, пошли на разведочку сюда, посмотрим, чтобы мы видели, что здесь происходит. Так, и давайте продолжим развлекаться здесь. Как у тебя 31 до сих пор? 13 вообще процентов. На... Да. Сорок. 25, 21, 27. Так. Ну, наверное, давайте, может быть, мелких. А, это блокада, давайте его просто убьем. Неудача? Ничего себе. Там столько шансов было на успех и неудача. Я в шоке. А вот тут 17%, я так думал, просто наугад, да? И удача. Обалдеть. Так, что мы, куда тебя качать? Я без понятия. Изнурение, да? Изнурение. Так, остальная наша движуха, чем могут похвастаться? Похоже, уже ничем. Все настороже. Да. Ладно, хорошо. Пока что тогда мы собираем наших бойцов.
вот так вот кучкой дружненько и будем... Будем ждать действия противника на самом деле. Вот так. И этим отрядом мы наконец-то выплываем. А, нам понадобится здесь все-таки поселение, если мы хотим идти дальше захватывать что-то. Да, придется в любом случае захватывать их, оккупировать. Ну и что, мы там порядок быстро наведем. У нас двое бегут, которые специалисты по порядку. На самом деле, нападение на гарнизон, успех. Это где? А, это этот напал на гарнизон, отлично. Сейчас мы тогда быстренько тут его ухлопаем. Так, имперцы. Перцы. Кто-то еще тут подбежал. Сейчас попробуем его тоже убить. Все, империя стоит. Кучей стали и стоят. Это хорошо. Это дает нам шанс с тылу обойти их. И может, что будет хорошее из этого. Эх, гномов жалко. Не получится добить мне лично, мне кажется. Это кто там? Бретония. Вам еще не надоело? Че, вот я смотрю, у них войск вообще нету. Они так долго держатся, непонятно как. Совсем непонятно. И войска не строят. То есть просто держатся и не строят войска. То есть ничего не делают, как будто бы. Так, решительная победа. Давайте посмотрим. Денег здесь немного. Так. В принципе, можно и разграбить. 3000 мы получим. Хотя, что там эти 3000? Давайте вот так. Сразу делаем. Так. Тебя мы куда-то обкачали по этой ветке магической потихонечку. Окей. Сейчас нужно построить здесь распространители скверны. Нужно активировать будет вот этих вот тоже героев, но пока что ведем их вперед. Будем смотреть, что там мы можем полезного такого сделать. И тебя тоже, да-да-да. Давай. Пока наш отряд здесь сидит и пополняет свои потери, которых было не так много, но были. Так. Мы тем временем будем думать, что мы будем сейчас делать с этим поселением. Разрушить стены 72%. Я не знаю, насколько их быстро починят, но будем рушить их вот прям совсем. Небоевые потери, наблюдение, обман, телохранитель. Окей. Так, тут тоже вроде все хорошо. Это, слушайте, он куда-то идет к гномам. У него просто хитрый план какой-то такой был. Наверное. А, кстати, смотрите, да, они не напали на это поселение. Это значит, что мы можем сейчас... Боже мой, снова сидеть в осаде, да? Ладно, нападай. А мы пойдем... Дальше пытаться вот это поселение еще осадить. О, смотрите, вот еще империя. Так. Я уже не думал, что у них так много здесь этих войск. Если они всей кучей пойдут на меня, это будет тяжело. Но вроде как... Противники так не делают. И это радует, конечно же. Так, здесь тоже все пока пусто, спокойно. Я думаю, мы на этом можем ход закончить. Посмотрим сейчас, что мы можем еще, может, построить или где-то что-то полезное сделать. Где-то. Нет, это пока не будем. Вот, соберу. Беру. Пока вроде больше ничего. Давайте посмотрим на
Гномы на 9 месте, последние, даже Бретония, да, на 8 уже. Так, зеленокожие на 2, с которыми у нас отношения ухудшаются по-прежнему. Империя на 3. У них 16 поселений. У меня жалко, не могу посмотреть, сколько. Так. Построил, да, построил. Продолжаем. Здесь осада. Во время осады хоть не тратятся войска. И я надеюсь, там гарнизон будет неполный, опять же, и мы сможем без проблем занять это дело. Хорошо, заканчиваем ход. Надо уже добить гномов, дожать полностью. И можно тогда будет сосредоточиться уже на империи. Так. Повели на орков часть войск. И обратно. Молодцы. И тоже обратно. Тоже молодцы. Правильно, уходите. Здесь все хорошо. Здесь все в порядке. Там может еще эти... Хотя там у них вроде сила слабая. В северных этих племен двух, которые еще остались... Вроде да, вроде они слабенькие. Ничего толком не сделают, мне кажется. Вот орки могут, если соберутся в один большой и мощный кулак, тогда они могут многое сделать. Но вроде выдвигаются, да? Выдвигаются в сторону империи, и это хорошо. Так. Налет. А нам нужно как-то дождаться, чтобы мы могли это... Ну, чтобы войска рассредоточились тут, да, и мы могли их... Спокойненько, спокойненько... Прожать в идеале. Так, мы теряем войска, конечно, здесь. Не слабо так. Ну, в общем, авторасчет. Хорошо, никто не умер. И рушим поселение. Чудесно. Все, ты теперь двигаешься в эту сторону. Блин, здесь тоже потери до сих пор идут, да? Блин, обидно. Обидно. Давайте ауру тебя прокачаем немного. Мы, может, потеряем сейчас Варгульфика одного. Будет неприятно, конечно же, но... Но это не та армия, которую мне жалко. Мы можем нанять себе еще... армию похлеще. Или может все-таки попробуем тебя увести. Короче, никуда тут не уведешь. Здесь скверны толком нет, и поэтому. Да и тем более нужно еще. А, ну тут ничего нет. На самом деле мы этот. Да. Давайте лучше уведем этого друга куда-нибудь подальше. Так, тем временем мы берем и идем дальше. Дальше. Так, ты активируйся. Сразу здесь общественный порядок растет. Ой, нет, не растет. Что-то как-то совсем недостаточно. Да, скверны здесь нет. И растет она не так бодренько, как хотелось бы. Но, в принципе, мы можем, я думаю, все-таки идти. На вот это поселение без каких-либо проблем. Так, ты тоже у нас, да, повышаешь? А, ты еще на гарнизон напасть можешь. Давай, нападай на гарнизон. Успешное нападение, отлично. Герой. Ты у нас герой. Банши. Давай, долби стенки к чертям дальше. Посмотрим, что здесь. Непонятно, ничего пока. Ну да ладно, так, ты что можешь сделать полезного? Просто постройки какие-то повредить. Нет, постройки мы не будем повреждать. О, орки здесь что-то пытаются уже рушить, хорошо. Так, мы вот эту провинцию попробуем взять под свой контроль, я думаю. А дальше будем смотреть, что как пойдет. Так, давайте мы... Неудача, блин. Что ж такое-то, а? Неудачливые какие мы. Убийство 48. Успех, хорошо.
Помощь уже прокачали. Силы ветров магии, общественный порядок. Пусть будет, не знаю. Дальше, к Бальтазару, может быть. Кого-нибудь там жахнем сейчас. Неудача. 21%. Тоже неудача. Но неважно. Неважно, помощь берем. Так, хорошо. Двигаемся дальше, наверное, куда-то сюда, да? Скверно здесь как? Ну, 1% идет, но это, конечно, не серьезно. Так, ты уходишь, ты нападаешь на это поселение по возможности. И рушишь его к чертям. Ну и все. И все. Больше ничего интересного пока что тут у нас такого нет. Заканчиваем. Гномы видят во мне угрозу. О, смотрите, мы кого-то перехватили. Вражеского героя одного одинокого. А, этому коня надо, по-моему, да? Он без коня еще. Смотрите, какой у него красивые доспехи. Какой он вообще молодец. Но нужно ему коня. Повышение. Хорошо, так. Империя. Смотрим, чем будет заниматься. Ну, вроде пока кучкуется. О, пришли защищать эти поселения. Хорошо, мы сейчас тоже пойдем. Блин, ну вот орки, ну вы так хорошо шли в сторону империи. Ну, надо вам уйти было, а? Бретония снова. Нет, я не хочу с вами мира. Потому что это покажется слабостью для орков. Это порт, мой господин. О, боже мой. Здесь местные жители торгуют с дальними. Серьезно? Ты серьезно? Ты мне решил на 267 ходу рассказать про порт? Это гениально. Так, зомби. Кто у нас здесь? Воины, скелеты, копейщики. Атака для зомби. Это все неинтересно. Ужасы из склепа. Упыри, ужасы из склепа. Да практически ни тех, ни других у нас нет в армии. Ни топыри. Не топыри. Ну, у нас вот только вот это, походу, осталось полезное. Колесницы, кстати. Герою для королей мертвецов и для банши. Можно будет сразу банши нанимать более высоких уровней, но пока что, да, нам это в любом случае не светит. Так, хорошо, давайте здесь еще разок. Неудачно поломалось стены, но непорядок. Изменение доходов, изнурение... Давайте телохранителем. Нападение на гарнизон еще разок. Тоже неудача. Да что ж такое, а? Неудача за неудачей. Но, в принципе, это не важно. Так, один таранчик, и потом облетаем драконами нашими, короче. Все как всегда. Так, я такой же, я уже задолбался уровни поднимать им всем. Было бы замечательно, если был бы какой-то автолевелинг у них, чтобы они качались сами как-то себе, и я не парился по этому поводу. Так. Коня тебе? Нет, еще рано коня. Блин, еще не заслужил. Что ж ты так? Давай мертвых оживлять. Учись. И, наконец-то, осаждаем. Даже не осаждаем, а просто берем и разрушаем. Прощайте, гномы. Навсегда в прошлом от этой фракции не осталось ничего, кроме зловещего смеха алчных богов. Так, хорошо. Какой ты 7-й уровень еще? Блин, да коня тебе служить и служить еще. Это чудесно. Теперь надо как-то пройти домой аккуратненько. И чтобы нас никто не заметил, и чтобы желательно никто не умер в этих армиях. Так, переключайся на марш и маршируй. Вот, сюда идти, конечно, не хочется.
Блин, что вот мы с этими со всеми армиями будем делать, я даже не знаю, потому что пока их намного больше. Их просто невероятно как намного больше, но с другой стороны мы потихонечку их идем прожимаем, да, вот отсюда уже. Может они часть сюда отправят, и мы там сольем того лорда под шумок, ну, чисто в качестве отвлекающего маневра, да, и... что-то сможем сделать все же. Бальтазар. No. Я уже представляю эту бомбежку. Жесточайшую. Так, ладно. Нам нужно сейчас немножечко восстановить силы, я думаю. Вложить, может быть, деньги и... вообще вложиться вот в развитие вот этих поселений, все-таки, что мы их даром захватили, да, все. Надо развивать их, мне кажется. Чтобы они нам деньги приносили, а не просто так стояли. Правильно же? Так, это у нас уже по последнему писку моды развито. Надо идти, короче, вампиров сюда везти, чтобы экономить деньги на строительстве вот этого всего. Вампиров. Опять же, вампиров. Да они же не вампиры они, ну елки-палки, ну. Так. Ну хорошо, пока что заканчиваем ход. Сейчас мы... А, слушайте, он просто горит. А, разрушенный, наверное, орки разрушили, его просто не восстановили еще. Ну это и отлично. Это и отлично. Я, кстати, совсем забыл про вот эту кучу. Надо этих агентов тоже, да? Сейчас будет прорежать немного. Это непорядок. Тут собрались, а я ничего не делаю. Только наши агенты гибнут. И все. Оркам, конечно, ходить далеко. Плавать далеко к империи, с которой они воюют. Но что поделать? Мне тоже неудобно. Они хоть не несут потери, вроде как. Пока там плавают, пока там что-то делают. Саша вернулась. Давайте Сашу куда-нибудь отправим просто так. Так, вот. Давай. Оп. Полная неудача. Как наша... О, боже мой. Там же шанс минимальный был на полную неудачу. Вот это да... Вот это да. Еще одна полная неудача. Вот это. Фейл за фейлом, блин. Фейл за фейлом. Давайте. Деморализируем. Просто неудача. Нападение на отряд Бальтазара. 14%. Блин, интересно. Проканает? Есть же шанс, что проканает, правильно? Бальтазара грохнуть, вот было бы хорошо. Так, все, уходим. Пусть орки занимают эти поселения, если хотят. А мы просто валим отсюда. И будем сейчас как-то восстанавливаться. Надо, может, одного из... наших бойцов какого-нибудь такого не очень отправить куда-то сюда опять же, или в принципе пока не надо. Тут мы опять же через авторасчет, тут ничего интересного уже не будет против трех. Ух ты. Я возьму все-таки. И еще разок мы... Ай, давайте его теперь просто оккупируем. Столько денег все-таки было, что не взять я не смог. Давайте вот так. Минус 6. Захват. Минус 10 уберется. В принципе, уже будет хорошо. Так, идем дальше. Ready. Потихонечку смотреть, что там. Yes, my sire. Тут сейчас к нам дружок придет. Надо восстановиться немного, да?
Да. Давайте сейчас тоже прокачаем... О, коня. Ты хоть ты коня заслужил. Наконец-то. Так, что мы можем здесь построить? Давайте глянем. Здесь есть клетки второго уровня. Хорошо. Надо строить, наверное, изгородь первым делом, потому что... Держать оборону придется, возможно, здесь. Ну, я лучше обезопашусь. Обезопашусь. Какое-то странное слово. Ну, в общем, лучше построю больше этих разных там укреплений по возможности. И буду хотя бы чувствовать себя в относительной безопасности. Может, конечно... Все это лишь выдумки, но все же. Так. И здесь тоже они, да, на пограничной территории укрепления построили. Так. Скверна здесь растет, в принципе. I will not betray you. 13%. Короче, пока ничего делать не будем. Пока что заканчиваем ход. Покорители южных берегов. Открыто достижение. Окей. Окей. Подумав зато, большие территории есть, которые... У гномов, говорю, у орков. Гномов больше нет с нами. А вот у орков есть довольно обширные территории, которые они могут занять. Сейчас так. Сколько? 30%. Неудача. I thirst. Slay them. Хорошо. Now. Yes, the curse of years. Удача. Блин, тоже шансов мало. Повелитель бездельников. Но мы уже и не с такими мизерными шансами не один раз умудрялись убивать, поэтому я не вижу никаких проблем, чтобы попробовать. Так, хорошо. А ты куда ты пошел? Куда ты пошел? Блин, да что ж ты будешь делать? Ну почему ты думаешь, что это короткая дорога? Это плохая дорога, даже если она и короткая. Очень плохая. Так, но мы зато добротно гномов прожали, я этому уже тихонечко себе радуюсь, сижу тут. Так. Так. Все, пока ход заканчиваем, я думаю. Давайте посмотрим, как дела с зеленокожими. Смотрите, ухудшаются. Блин, нейтральные отношения были и теперь ухудшаются. Давайте попробуем что-нибудь с ними сделать. Мы по-прежнему на первом месте. Империя на третьем. Недалеко они ушли. Договор о ненападении. Да, я, может, тебе денег выплачу. Отвергли. Договор о ненападении и выплаты. Например, хочешь 17 тысяч? Не хочет. Договор о ненападении. Обсудить выплаты. Предложить. Хочешь? 50, ну ладно, 50 много, 39 хочешь? По-прежнему умеренные. О, приняли. Отлично. Хорошо. Так, право прохода, они еще не готовы к этому. Отношения по-прежнему ухудшаются. Технологии, военные действия. 15 бонуса идет по отношениям за договор. А не нападение. Ох, так.
Ну, просто слил деньги чисто поэкспериментировать. Так, надеюсь, они его сейчас не расторгнут. Следующий же ход, да? Хотя они такие хитрые могут. Вот, мы в любом случае постараемся не нарушать их границы. Никоим образом. Постараемся вывести войска свои отсюда как можно быстрее. Так, ну и пока что на этом ход мы закончим. Женевьева. Где-то тут появилась у нас Женевьева. А, это она, может, кого-то тут убила даже, да? Короче, заканчиваем ход. Надо, наверное, сейчас сразу идти вот эту вот провинцию отжимать. Да, я почему-то так и думал. Вот же ж негодяи. Но, может быть, это все-таки повлияет на отношения. И какой-то положительный осадочек останется у них все же. А мы же по-прежнему воюем с Империей. И смотрите, какой корабль у них классный. И, соответственно, отношения должны у нас только подниматься. Подготовка машин, бла-бла-бла. Давайте посмотрим. Зеленокожие. Ухудшаются отношения. Прежние договоры 5 бонусом идут. Ну, как-то слабенько, конечно, так себе. Эй, ладно. Слабенько. Идем, короче, в темпе марша. Вот сюда. Стен здесь нет. На гарнизон нападать некому сейчас. Постройки повреждать тоже не хочу. А, ты тоже повреждаешь постройки. Мне интересно это нам. Всех друг за другом туда. Так, минус 3, в принципе, это норма, которая меня вполне устраивает. И... Так. Что я еще хотел здесь сделать? Кем-нибудь, чего-нибудь? Кого-нибудь? По возможности. Так, неудача. Неудача. Тоже неудача. А тут 30%, вполне неплохой относительный шанс такой. Отлично. Хорошо. Так, смотрите, тут пока две армии осталось. Может быть, мы попробуем прессануть эти две армии, слушайте. Каким-то чудным образом. Так, наконец-то этот добрался до родины. И будет восстанавливаться уже. Вот. Сейчас так все быстренько так хоп-хоп-хоп и разгромили в 4 героя вот эти несчастья. Я, правда, не знаю, я просто не представляю, что это за бойня будет. Но, может быть, будет интересно. Какие у нас потери будут, наверное, чудовищные. Угу. Да. Так. Повреждение стен. Да, пока не надо, наверное, стенки вредить. А вот кого-нибудь убить, это можно. Так. Все, пока что ход... На этом заканчиваем. Сейчас, может быть, быстренько глянем, где что построить можно. Но только здесь, как всегда. Ну, хорошо, заканчиваем, пока. В этом поселении тоже оставим некроманта. Верночка потихонечку пробирается все же. Пробирается. Так.
Надо будет, наверное, в следующей серии все-таки пойти уничтожить это поселение. Так, что я на скорость переключился на обычную, поэтому они медленно так все ходят. Вот. Пока там всего лишь две армии, это все-таки какой-никакой, но шанс. Так. Деньги пока тратить попусту не будем. Ой, смотрите. Он что-то рефьюзит. Денег нет, поэтому просто оккупируем. Так, ты пока отдохни немножечко. А где мы построим укрепление? Здесь, наверное. Вот это можно сломать, нам оно здесь не нужно совершенно. А, кстати, вампир, наверное, все-таки, да? Наш, точнее, некромант, опять же, должен... Давайте, короче, сейчас так. Блокада, наверное, да, первым делом? Или попробовать заказушечку. Заказнушечку. Давайте блокаду. Блокада успешная. Они далеко не уйдут. Попробуем. Ага, не попробуем. Ничего мы не догоним в любом случае. Абсолютно нет. Деморализация, давай. Неудача. Надо этого некроманта было активировать здесь, да, чтобы мы... Чтобы строительство обошлось нам немножечко дешевле. Сэкономили. Сэкономили все-таки. И, кстати, наверное, тоже строим. Так. Как здесь не распространяется скверно вообще? Постройки и указы это... Такой скверно-блокиратор жесткий оказался. Так, что мы тебе? АПМ... Что это мы тут брали? А, потери, чтобы ты дошел живым. Да, я вспомнил. Давайте возьмем защиту от стрел на всякий случай. Тут он... Но это не стрелы явно, но все равно. А, так. Смотрим. Давайте переключаем наш отряд. Короче, сюда его ведем, а не дойдет. Не дойдет, все равно. Darkness comes. 39. Полный успех. Отлично. Бз, мы тебя прокачали, помощь качаем. Darkness comes. И деморализацию. 18%. Ну, наверное, не проканает. Лучше пробовать деморализировать их, мне кажется, все-таки. Так, может, ты тоже попробуешь? О, еще одно убийство. Успех. Отлично. Так, у Бальтазара армия все меньше и меньше. Это хорошо. Это очень и очень хорошо. Как, собственно, и территория у Империи. Тоже так же все меньше и меньше. Хорошо, мы ход заканчиваем на этом. Вроде бы я, точнее, вот. Еще забыл, что самое главное, вывести вот этот отряд отсюда. Так, хорошо, указ. Да, указ, действительно. Общественный порядок поднимем здесь. Заканчиваем. И нам пора серию заканчивать, похоже. Изольдочка вернулась. Хорошо, ребят, на этом всем спасибо за просмотр. Всем пока и увидимся в следующей серии.